Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть Драконы Всадники Олуха. Так, давай забирать наши награды. Тут 35 миллионов рыбы. Так, Ветрокрыл нам принес 125 железа. Так, наверное, пускай пока посидит здесь, мы его трогать не будем. Так, что у нас там дальше идет? О, древоруб. Дерево принес чуть-чуть, буквально капельку. Так, здесь у нас рыба. Так, Громоль мне принес немножко дерева. Так, а что мне принес Беззубик? 23 руны. Блин. Шлемак был, который нам нужен как раз. Который нам нужен. Так, ладно, этих ребят быстренько отправляем. Опять же, за добычей. Так, новая способность. Ага, яркий ужас у нас может добывать теперь железо. Но я не буду. Не буду, ребята, ему поручать это задание, потому что у нас есть кому добывать, причем в разы больше. И к тому же, я думаю, ты прекрасно догадываешься, кто это. Так, этих ребят мы отправляем за древесиной. Всех, абсолютно. Так, здесь у нас модификрылка 54 миллиона рыбы принесла. Так, вот тебе-то фейерверк. Я как раз-то и хочу. Сколько? 500, ребята. 500 железа нужно, ё-моё. Откуда они такие расценки-то берут, а? Скажи-ка мне, что это сейчас было? Ребят, что это сейчас было, а? Скажите-ка мне на милость. Какой-то подарочек урвал, по ходу дела, да? Так, ну что, здесь у нас монеты Одина. Загадочный пак, шторморез. Так, душитель. Ну и немножко ресурсов. Капелька буквально. И рекламный. Так, ну что, монеты Одина забрали, и вот он сам пак. Тут Громоль, шторморез, водорез. Ну и, в принципе, все. Так, это кто такой? Что это за такой интересный дракон? Конечно, отказываемся. Конечно же, мы отказываемся. Не по своей воле, но так надо. Так, Инферн. Давай-ка мы тебя еще прокачаем. Так, а ты у меня станешь, интересно, титаном? Да вряд ли, ребят. Ать, чуть-чуть не хватило. Капельку. Да, и возможно, он бы стал титаном. Ладно, переживать не будем по этому поводу. Еще у нас, ребята, есть время, так что... Так, что эти у меня стоят? Сломанный меч плюс, опять же, янтарь тусклый прибыл. Здесь руны и, опять же, тусклый тоже янтарь. Так, давай-ка этих ребят посмотрим. Ну, что ты мне принес, Барсик? Барсик мне принес 8 рун. Давай, иди за посохом. Да и пак. Да, конечно, пак тебе дадут. Ага, держи карман шире. Кстати, ребята, было какое-то обновление сегодня. Я очень долго пытался после него зайти в игру. Если не соврать, часа 3 или 4. Но все-таки зашел. Зашел, стал играть, и у меня буквально через минуту игра вылетела. Я опять зашел в нее. Вот, буду надеяться, что больше никаких вылетов у нас не будет намечаться. Иначе это будет плохо. Так, давай-ка мы заберем, наверное, здесь награду. Сколько у нас тут? 200 конфет. Это у нас за 7-й день. Так. И новые, ребята, какой-то у нас. Восстановите старый пергамент. Найти тыкву. То есть по тыквам, да, все у нас пошло. Отлично, какой-то пергамент будем восстанавливать непонятный. Так, давай-ка заберем, наверное, здесь награду. Ужасный чудовище, шепот смерти, острокрылый змеевик и кривоклык. Следующий пак ставим на открытие. Плюс у нас здесь награды. Ага, одну ежедневку выполнили. Вторую тоже. Ну-ка, смотрим. И здесь еще 250 конфет. Ребята, в общей сложности у нас 2150. Я бы не сказал, что это много, но начало есть, это уже хорошо. Начало, так сказать, положено. Ну что, давай-ка мы, наверное, нашего Беззубика... Подожди секунду. Сейчас я тут посмотрю, что у нас есть. Возьму вот это вот. И отправляю нашего Беззубика на поиски. На поиски шлемов, конечно. Ух ты, что это такое? Что это тут? Открыть.
Не, подожди, открыть это понятно. А как купить? Начать, конечно же. Так, давай. Лети, беззубик. Давай, наверное, возьмем теперь вот это. Будем каждый раз будем, наверное, новые события брать, потому что, ребят, ну, я не вижу толку на одном сидеть. Надо, наверное, может быть, циклично их менять. Может быть, от этого будет какой-то толк. Хотя, если честно, я почему-то сомневаюсь, что будет какой-то в этом толк. Но, тем не менее, попытка не пытка. Так, этот парень у нас будет стоять пока. А вот ветрокрыл, пожалуй-ка... Подожди, какой обучаться? Он у меня пойдет. За железом полетит. Отправьте одного дракона на добычу железа. Еще одно задание мы выполнили. Забираем здесь награду. Так, ну что? Есть какое-нибудь сегодня событие, ребята? У нас, ух, ё-моё тут. Выживание начнется через один день 13 часов. И все. Новое сезонное событие. Получайте новую сезонную валюту и обменивайте ее на эксклюзивных драконов, образцы и украшения. Угу. То есть, получается, у нас ничего сегодня нету, да? Никаких событий. Ничегошеньки. Плохо? Это плохо, ребята. А у нас есть эти? Ну-ка, дай-ка я гляну. Есть. Я куплю, с вашего позволения, древесинку. Уж лишняя она точно не будет. И сразу же тогда возьмем еще и рыбы. Вот так вот. Купим. Так, ну что, теперь можно немножечко кого-то подкачать. Что у нас тут? А, ну это понятно, это излишки. Вот только кого? Брызговик. Брызговик. Может быть, модификрылку качнуть или... Так, ну, этот у нас на тренировке, да, уже вовсю там пляшет. У меня два варианта. Либо модификрылку прокачать, либо же кревет. Так, кревет, вернись, пожалуйста. Так, лети на тренировочку. Так, шторморез. Блин, штормореза может еще прокачать, а? Ладно, прокачаем еще и штормореза. Поверь мне, это нужно так, ребята. Нам надо еще 5... Сколько нам вообще нужно? По-моему, 5 драконов надо было, чтобы мы могли улучшить, да? Ну да, 5 драконов до 112 уровня. Ой, как же это долго, а? Как же это долго, ребят. Вот надо, кстати, кошмарного престиголова тоже прокачивать. По фулочке, да? Ну что, ребята, пока... А, подожди-ка, тут же у нас еще... Совсем забыл про это. Так, погоди. Иди, тренируйся. Тебя тоже, конечно, бы хотелось бы прокачать. Парящий прихвостень. Блин, ну он... Прилично стоит по прокачке. Надо было прокачивать, наверное, в первую очередь, ребята, простых. А я вот начал прокачивать этих элитных. И, как видишь, нифига в этом хорошего не получилось. Крылатый ужас у нас прокачан. Так, эти... Кто-то у нас тут то ли гром, или... А, вот, барс. Ну, нифига он там требует... Может быть... А, этих я уже не могу, они уже ушли на задание. Этих я прокачать не могу, к сожалению. Так, 86 уровень. Ловушка-лом. Стальной капкан. Блин, я не знаю, ребят. Мне все хочется, но я прекрасно понимаю, что не получится. 230 миллионов он требует, ё-моё. 90 лямов. Дорого-дорого, конечно, стоят они. Очень дорого. Слушай, вот у нас модификрылка, сколько она там?
Я уже не помню, сколько она там добывает. Вот этого, наверное, мы... А, этот у нас тренируется. Кто у нас из слабых такой на добыче сейчас находится, а? Крылатый ужас, да? Пускай он сидит, он у нас простой. А вот этот, наверное, пускай добывает. За 10 часов он нахапает нам... Сколько он там нахапает-то, а? Ну, смотри, 4 миллиона в час, да? Он будет летать у нас 10 часов. То есть 40 лямов, что ли? Ну, если 4 ляма в час, за 10 часов 40 лямов, да? 40 лямов рыбы. Не очень, конечно, много, но все-таки. Ладно, ребят, давайте мы тогда с вами, наверное, сыграем в одну схваточку. Забьем один пак и, в конце концов, добудем пак вождя. Тоже не помешает его открыть и посмотреть, что же там достанется нам. Так, ну что, вот такие вот обормоты против нас выступают. Начнем, пожалуй-ка, мы вот с этого пристеголового. Я не собираюсь, как говорится, здесь терпеть его выходки и нападки на мою команду. Так, фаербол полетит, да, сейчас? Конечно же, ребята, фаербол. Что может еще полететь от этого обормота? Так, минус один. Не забывайте, что нельзя накопить ему 5 энергии, иначе будет плохо. Я даже ничего сейчас пока тратить не буду. Я хочу потратить. Ну-ка, будет фаербол пускать? Смотри, а. Выпускает. Шит гороховый свой фаербол. Ну, тогда нам надо делать вот так и хиляться. Получается. Раз этот потратил всю энергию. Слушай, подожди-ка, а он же сейчас... Твою налево. Да как у тебя так получается-то, а? Гад, уворачиваться-то от этого всего, я не понимаю. Добьет, что ли, сейчас мне, да? Нет, он начал... Он барсика... А знаешь, почему он бьет барсика? Потому что он этих не хочет тревожить. Ага. Такс. Давай просто укусим. Я его, ребят, в слепоту буду брать. Буду брать в слепоту. Ну его нафиг. Сейчас у него будет 5 энергии, он опять начнет свою заморозку применять. Угу. Типа не хотел. Я знаю твою, типа не хотел. Сейчас не хотел, зато потом бы влупил по полной. Так, ну что, у нас очередной поединок. И здесь у нас... Опять ты? Ты глянь на него, а? Он и здесь уже сидит. Так, сарделька, отвали. Ну что, бомбим? Давай бомбить. Короче. Минус один. Уже хорошо. Поехали сюда. Так, сарделька. Неужели он сейчас будет морозить, а? Пипец, как ты... Как ты меня бесишь, а? Кому-то сейчас кранты. А возможно даже и двоим. Барсика-то добьет ведь, да? Конечно. Кусок, знаешь кого? Ну и сказал бы, не буду ругаться. Чего ты там делаешь, блин? Ребята, не знаю, как быть. Давай, сарделька, бомби его. Как мы тут будем выживать, я без понятия. Ну. Все, нам крышка, ребят. Заморозят. Ай. Отвратительно было сыграно. Отвратительно, друзья. Вот тогда. Кто бы мог подумать. Так, ну что, у нас следующий поединок. И здесь я смотрю, шепот смерти есть, присутствует. Но также и кревет. Этот-то ладно, этот меня не столько беспокоит. Вот. Вот эти меня очень сильно волнуют. Я прям переживаю. Я знаю прекрасно, что один сейчас влупит. Сейчас влупит, ребята, точно. Ты видел? Ты видел, что этот... Делает, а?
Ну и что? Вот что мне теперь делать? Вот как мне тут вот вообще выиграть? Сейчас этот бомбанет. У этого опять будет энергия. Он опять сейчас Барсику крышка, да, короче? Конечно. Конечно, ребята, Барсику крышка. Ой, блин, горелый я. Ну, мочкани сюда электричество. Молодец, красавчик. Вот это я понимаю, это ты. Видел, как он влупил? Ты видел, сколько он здоровья отнял? Это, конечно, тебе не шуточки. Мне бы, конечно, очень хотелось, чтобы он его добил. Есть, а мы, чтобы его добили. Вот это да, вот это круто сыграли. Так, ребят, ну что, очередной поединок. И смотри, кто у нас тут. Опять этот ветрокрыл здесь. Блин, и это тут мешаться еще будет. Я знаю, что буду сейчас делать? Я не буду тратить энергию на суперудары там или еще на что-нибудь. Я ее накоплю, сделаю слепоту. И пускай этот бомбит их всех тут налево и направо. Он все равно рано или поздно сделает свой супер... Ой, что это такое сейчас было? Что это сейчас вообще... Слепота? Помните, ребята, я недавно вам говорил, что давно не видел, чтобы применяли драконы слепоту. Так вот, применили. Прикинь. Вот это да. Блин, давай, наверное, так сделаю на всякий случай, ребят. Я знаю, прекрасно понимаю, что... Потом я не могу понять, почему он под слепотой бьет нас. Он должен вообще промахиваться. Ё-моё. Ну давай, морозь. Есть. Ой, как хорошо. Но плохо в том, что, ребята, энергии. А, вообще-то у нас, да, слепота есть. Ну, уже радует. Уже приятно прям на душе, ребят, становится. Что, по крайней мере, мы его должны, наверное, все-таки завалить. У нас опять накопилась энергия. Он попытается, наверное... Нет, смотри-ка, замораживать не стал пытаться. Так, а я вешаю на него слепоту. На всякий случай, даже если он не будет ее делать, чтобы он, ребят, нас не заморозил и не уничтожил. Но он, видишь, все-таки за свое опять берется. За свои старые делишки. Тогда получи и распишись. Так, друзья, ну что, нам выпал обычный пак. И вот пак вождя. Так, лаварык, кошмарный пристеголов, шторморез, крылатый ужас, громорок, отпрыск, ищейка. О как. Еще и две ежедневки здесь выполнили. Так, еще и награду даже успеем урвать. Ух ты. Ну-ка, что там за награда? А это у нас светлый янтарь. Понятно. Ну, вроде бы, друзья, на сегодня все. Смело можно закругляться. Увидимся уже в следующей серии и, как говорится, на событии. Это у меня будет уже выходной после работы. А на этом все. Всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.